И снова здравствуйте, друзья. Всем привет, ребята. У нас... Что у нас? У нас... Легендарное качество, друзья мои. Подожди, дичь. У нас легендарное качество. Самая популярная лампа в России, проданная миллионами экземпляров. Вообще это просто что-то с чем-то. Я не знаю, это люди, мне кажется, вообще не смотрят YouTube. Вообще не смотрят, потому что про эту лампочку уже, по-моему, сказали все. Андрей Финашин сказал, что это хорошая лампа. У Финашина она, кстати, даже тест не дожила. Ну, одна, да, сдохла из комплекта. Поэтому, ребята, встречайте. C6 модель специально для вас, оригинал. Ребята, ставим лайк, потому что это мы доросли до этого. Мы наконец, вот понимаешь, тестировали всякую дичь, а самую популярную лампу не могли взять. C6. Да, это C6, ребят, оригинальная C6. Вы знаете, у меня аж нос зачесался, ребят. Вот я не знаю, как остальные C6, я их никогда в руках в жизни особо не держал, но это вот, ну, прям потрогай. Она какая-то такая ворсистая, да, такая вот. Не, классная коробка очень классная. Прям супер картон. Прям вот. Только за это можно лайк. Качественный поставить. Картон, да. Он рифленый. Он причем не просто рифленый, ты посмотри, он выбитый. Да. Он выбитый. Красиво смотрится спереди, информативненько. Топ quality ультралайт. Вау, лайт quality. 36 ватт на лампу, 3800 люменов. А это может на две характеристики, а не на одну. На все-таки на одну, на две? Не знаю. Ну, короче, написано, ребят. Это аж все. Когда вы открываете, у вас, да, вот такая все солидно, красота. Солидно. У вас цоколи лежат, они металлические, они лежат отдельно, в зиплоке. Да, я почитаю, что там может быть есть. Все красиво, аккуратно, чинно, благородно. Ой. Все-таки это на характеристика на две лампы. 36 ватт на две, 3800 люмен, это на две. Класс. Класс. Очень. А с обратной стороны еще почитай, там мануал есть. Где? Вот. Тут даже мануал напечатали. На первых C6 такого не было. Компактная. Уа. На флип-чипах. Уа, флип-чип. Вау, звучит-то как флип-чип. Кобовские чипы же стоят. Ну и что, флип-чип? Это кобовские ну, чипы. Ну коп, да коп. А ты представляешь, ты приходишь в магазин, говоришь, дайте мне светодиодную лампу. Силикончик, а они же флип-чип. Ты понимаешь, вот ты ее трогаешь, она флип-чип. Звучит. Она в силиконе. Ой-ой-ой, друзья мои, прям вот аж душа радуется. А правильное название этому видео — правильное использование. Самое правильное использование лампы C6. Вы поймете в конце почему. Да, поэтому досмотрите до конца. Обязательно. Поставьте этому лайк этому видео, ребята. Это обязательно, да. Хорошая коробка. Жалко ее, конечно. Греется до 200 градусов. Ох ты, ёпта! Ничего себе! Аккуратно, да, надо аккуратно. 200 градусов, ребята, это почти как галоген. Ну, как ксенон точно. Ну, нормально, что ты. Где эксплуатировать, может, там написано? Ой, я ебу, вот это да. Вот это где? Не написано. Жаль. Но на дороге, вот дорога нарисована. На дороге 60 можно. Тысяч часов. Без гарантии, без ничего. Ребят, купили за 900 рублей. 900 рублей отдали за этот срач в обычном магазине, ребят, на Алике. Вы же помните, да, мы показывали. Все то же самое, ребят. 900 рублей. Класс, супер. Ну, коробка одна найти, стоит, наверное, рублей 600. Но ничего страшного. Погнали, давай. Теперь давай смотреть на саму лампочку. Доставай и сделаем ей обзор. Все как должно быть. Чтобы люди оценили, сказали лайк. Ребята, пацаны. Посмотрите, какая красота. Да. Нет. Выполнена, кстати, вот ты ее держишь в руках, она кайфовая. Да. Объясню почему. Витой провод, он витой, он прям вот ты его трогаешь, прям вот он классный, он витой. Он дорогой. Он плетеный, да. Дорого, богато. Алюминий здесь, алюминий. Ой, да. Хорошо. Охладитель есть, резинка есть. Резиночка, охладитель. Резинка вот эта звезда у них фирменная. Их. Ну, реальная лампа звездная вообще. Чипы вообще просто лучшие. Это я да. Прям... Ну, больше чип, это же ярче, Тём. Вот понимаешь, комментаторы пишут, что чем больше чип, тем ярче. Особенно ищут лампу 360 градусов, четырехсторонние. Очень классная. Соревноваться, ребята, эта лампочка будет с чем 21 сегодня? Чип с одной стороны. Да? Охренеть. Ну, 3 ряда по 7 штук. Ну и что? 20. Ну, вот 20. 42 чипа на лампу! Нихера себе, вот это свет, вот это вот характеристика. 3800. Прям вообще класс. Это отлично, друзья мои. С чем мы выставим сегодня лампу, чтобы, так скажем, ну, в нашем ассортименте, та лампа, которая сегодня будет против C6, это не самая крутая лампочка. Это, так скажем, наше начало для рефлектора. Если у вас, опять же, есть колпачок отсечения света, то, в принципе, классно. Если у вас линза, в принципе, она даже в линзах неплохо даже светит. Защиту сразу скажу. Тех ламп, которые сейчас Вова покажет.
в туманках она просто шикарна. Да, да, она реально шикарна. В рефлекторе мне, ну, мне не нравится. Ну, бывает, ребят, если вот, грубо говоря, я же говорю, есть не колпачок, машинах, она будет, да, светить хорошо. Вот, это Sia Sunlight, друзья мои. Вот такая вот лампа, вот такая вот упаковочка, ребятки мои дорогие, это вот такая вот лампа. В принципе, мы ее уже один раз показывали, вы ее все прекрасно знаете, видели, у нас очень много подборов по ней. Хорошая лампочка, сделана добротно, выход провода, все, провод достойный. Ребят, про нее рассказывать смысла еще не вижу. Я еще вижу смысл рассказать про что. Мы вам, ребят, ну, пожалуйста, пожалуйста, учтите, пожалуйста, на будущее, все Sunlight, все хорошо, C6, да? Пожалуйста, вот, чтобы просто вот один раз убрать от нас всех вот этих вот лютых комментаторов, которые все время пытаются найти где-то какой-то камень, знаешь, вот найти иголку в стоге сена и вот так ей колоть, сука, в каждом комментарии. Вот это меня действительно достало. Я решил, ребят, лицо просто от лампочки. Да ничего страшного, ну, засвет, надо лицо в засвет. Да. Мы вам показываем вот так вот коробку, да, ребят, коробку. Со всех сторон показываем коробку. Мы вам показываем саму лампочку. Мы вам рассказываем про нее все характеристики. Мы вам показываем мануал. Если у вас есть хотя бы тень сомнений, что мы возим сами, вы там знаете, что мы заказываем эти лампы с Алиэкспресс, мы перепродажники, мы перепродавцы и прочая всякая дичь. Ребят, все вам показали, заходите на Алиэкспресс и берете там. Пожалуйста, пожалуйста, не надо вот это вот писанины в комментариях, что «а, я вас раскрыл, вы такие сики». Вот знаете, такое чувство складывается, что какой-то дед, знаете, 90-летний уже такой сидит, прям «я их вывел на чистую воду». Ребят, если есть какие-то сомнения, нет доверия, ну что ты делаешь, ну на... Нет у вас желания приобретать гарантии. Я показываю правильное использование лампы. Вот, ребят, не нужна вам гарантия. Рискуйте, покупайте с Алиэкспресса. Там все это, наверное, есть. Ребят, пожалуйста, пожалуйста, переходите на Алиэкспресс. Я призываю всех, чтобы просто, ну вот раз и навсегда убрать эти комментарии. Пожалуйста, переходите на Алиэкспресс, покупайте там, заказывайте, тратьте свои деньги. Пусть у вас лампа сгорела, не сгорела. Потом разбирайтесь с Китаем. Бога ради, мы только за, пожалуйста. Я очень всех прошу. И переходим к обзору на эти лампы, друзья мои. Sia Sunlight против C6. Что ты с ней делаешь? Скажи, пожалуйста. А? Что ты с ней делаешь? Я же сказал, у нас видео называется «Правильное использование ламп C6». И что ты с ней делаешь? Зачем ты ее правильно используешь ключом? Это только начало. Так, ну подожди, конец видео близок. Подожди. А мы ее включим. Подожди, дай, да? Договоряй, мы ее включим потом. А, окей, все. Тут просто, тут силикон. А мне интересно, что под силиконом. Там пленочка. Ну это давай силикон. Посмотрим. Ладно, пока будем смотреть, Тёма доковыряет лампу. Погнали. Алло, Света! Да хватит тебе в засветочку лицо, да погнали. Все. Итак, ребят, ну что, C6 модель против Sia Sunlight. Что же это такое C6 модель? Как на ней люди могут ездить? Сейчас посмотрим, мы вам все покажем так, как оно есть. Никоим образом не приукрасив. Лампа стоит вот так, все по фэншую. В той фаре, вправо, ребят, слева Sia Sunlight. Вы же все там в комментариях писали, что с правой стороны света-то больше. Поэтому мы даже дали... Прям, поставили, вот, да. Да, справа, пожалуйста, ребят. Давай включим. Зажигает гадки. Давай. Итак, вот она стена, гараж, непонятно что, гараж, стена. Итак, итак, друзья мои, итак. Да, пожалуйста, конечно. А где C6? А где у нас C6? Нет, справа. Где на стене? Не знаю, справа C6. Давайте посмотрим. Вот. Нет, подожди, подожди. Мы должны сначала людям показать общую картину. Вот, пожалуйста, друзья мои, стена-забор, гараж, пожалуйста, это все для вас. Вот смотрите, вот свет, да, все хорошо. Sia Sunlight, сразу говорю, у нее нет прям четко ярко выраженной СТГ. У нее есть отсеченный свет, я на ней двигаюсь, и никто не моргает, друзья мои. И причем фары, ну, они не в самом верхнем положении. Нет, хотя, ну, наверное, 0,5, 1, ну, то есть вот в этом положении. Никто не моргает, то есть вот он, свет отсеченный, но нет четкой СТГ. А справа у нас вот здесь вот C6 должна быть, вот должен быть свет. Где он есть? Давайте, да, Артем, давайте же посмотрим. Это Sia Sunlight у нас, да? Вот так светит отдельно Sia Sunlight, друзья мои. Вот без колпачка отсечения света, вот так светит Sia Sunlight, пожалуйста, вот. Здорово, классно, все отлично. Так, теперь, пожалуйста, нам C6, дайте, пожалуйста. Нет, дайте нам C6.
ребят, вот на таком свете вы ездите. Где свет? Скажите, пожалуйста. Вот С6, хваленая С6, друзья мои. Вот она, С6. Где, блядь? Где свет? Вопрос. Где свет на гараже? Где? Там свет, тут свет. А, вот тут свет есть, ребят, вот тут. Вот есть свет отблески, да? Но основной свет где-то вот можно здесь. Можно я сейчас стебану? Мне просто интересно. От ну, конечно. Свет будет или нет? От чего? Так. Ну, примерно. Примерно. Нет, потускней, конечно. Это Тёма фонарик включил. Вот на телефоне. Да, ребят. Ну, чуть-чуть вот. Потускнее. Ну, чуть, ну, все равно есть. Ну, все равно отблеск. Ну, почти. Ну, там просто диоды побольше сами, чипы. Поэтому там примерно там так. Там же 21 с каждой стороны. Да. Включаем, продолжаем. Зажигает огоньки. Да. И вы, в принципе, смогли убедиться в том, что, ну, как бы, С6 это действительно очень интересная вещь в плане того, не, что... Мы сейчас еще непонятно. Мы, конечно же, поедем в коридор и посмотрим там, как она светит вдаль. Может, мы ошибаемся, может, действительно она СТГ не дает. Ну, вдаль-то херачит, мама-то не горюй. Ну, поехали, посмотрим, ребят. Итак, ну что же, коридор, друзья мои. Мы приехали в коридор. И это С6 против Sia Sunlight. Ребятки, давайте же насладимся зрелищем по дальности данных ламп. Ну, одну можно назвать лампой, вторую тяжело. Прям вот действительно тяжело. Итак, вот она Sia Sunlight, друзья мои, на ближнем. В принципе, классный, здоровский, отличный свет, да? Вот, пожалуйста, кому нравится, поставьте лайк, ребятки. Я вот просто, вот я езжу, мне нравится. Действительно, его хватает. Да, он не такой ровный, как М-ка, Ф-ка, там, света, тени, но его хватает. И, пожалуйста, вот оно, подтверждение моих слов. Вот по гаражу видно, что ровный отсеченный свет, пожалуйста, без всяких засветов, нет света там и прочь. Теперь давай нам С6, пожалуйста. Давай, С6. Да. Освещенность от С6. Есть пятно. Есть пятно. Где свет? Ну вот отблеск, друзья мои. Вот он отблеск. Но мне кажется, тут. Можно ну... заметить на снегу. Да, это причем на снегу, это даже не сырая дорога, не черный асфальт, не прочее, но это С6, это С6. Давай я отойду, отойди, давай я посмотрю на них, на обе. И ты знаешь, вот, блин, ну а вот блестит сильнее С6. Вот все равно, вот я не знаю, будет ли на камере видно, там, наверное, обе будет, но... Ребят, постарайтесь просто вот, ну, присмотреться, насколько может фокусировать камера, экшенка, да, она в основном вблизи снимает, но... Друзья, это вот видно сразу, что та, которая от меня слева, то есть вот там, та прям реально слепит. Она не светит и слепит, она очень сильно блестит. Та, которая Sia Sunlight... очень даже прям вот отлично светит. Вот действительно. И она не блестит, она не засвечивает и ничего прочего не делает. Поэтому, друзья мои, применение данных ламп, мне кажется, в другом немножко. Ну, не совсем в свете. Но сейчас мы покажем, в чем их применение. В мотоблоке. В мотоблоке. И мы продолжаем. И я все-таки вам расскажу про правильное применение ламп С. Ну что, ты думаешь, это правильное было ее применение, да? Да. То есть вот так об стену ее жестко? Нет. Еще сейчас будет продолжение. А, давай. Я сейчас соберу ее. Ты хочешь собрать? Ну, части кулера. Ой, цоколь. Цоколь. Металлический. Выжил. Так. Что мы имеем в итоге? Кулер не выжил. Кулер? Как так? Она же не это, неубиваемая. Это же лучшее, что есть на рынке. Эх. Бедная. Есть вторая. Не, надо сложить. Думаешь? Конечно. Это же лампочки нормальные. А, да. Еще можно продать, почистить и продать. Так, друзья мои, что мы имеем по итогу? Короче, вот такое вот применение будет самое правильное этим лампам. Сейчас я покажу. То есть то, что Тёма ее рассадил, это... Ну, это наболевшие, ребят, вот они, лампочки в коробке. Это, так скажем, уже наболевшие, потому что С6 модель продается, ее все говорят, она классная, но вы сами видели, что с ней происходит, да? То, что она не светит, то, что она слепит. И все прецеденты, которые существуют по судебным решениям, по всему прочему, ребят, за рефлекторную оптику и с вот такой вот лампой С6. То есть за нормальные, качественные лампы, за хороший свет никого
никогда не тормозили, как таковой не штрафовали. Особенно, когда Вадим Серов с дорожным контролем разобрались по этой теме, да. Но С6 вот такое вот и что-то ему подобное, ей самое место, это как раз об стену, на свалку. Ребят, не покупайте вот эти лампы, прошу вас, пожалуйста, берите что-нибудь другое, берите нормальный качественный свет. Если у вас нет денег, лучше, пожалуйста, не лезьте в C6 ей подобные, с точно такими же чипами, потому что светят они абсолютно одинаково. И в конце этого видео я соберу отдельно всплывающие такие окошечки специально для вас на все видосы, похожие на C6 лампы. И вы увидите, что в принципе все, которые существуют, они абсолютно одинаково светят. И на нашем канале вы можете найти целую кучу таких прецедентов, когда, ну, единственное, что вот реально приходит на ум, это просто взять, разбить, выкинуть, разорвать, сжечь. Я не знаю, что с этой лампой сделать, но что-нибудь сделать такое, чтобы потом этой лампы просто не существовало. Это наш протест против C6, друзья мои. Мы ее купили, и мы имеем право с ней делать все, что захотим. Ты как сатана, Тёма, в красном свете, да еще и что ты делаешь с коровой, с C6, Тёма? Что это? Ты ее решил реально сжечь, что ли? Вот, друзья мои, наболевшие, пожалуйста. C6, горит C6. О! Горит, горит. Пошла. Хорошо горит C6. Ай, какая хорошая штука, а? Вот, вот только так, наверное, и можно с ней поступать, да? А где коробка? Вон. Там же? Да. Какая реально, слышь, качественная коробка-то. Хорошая, смотри. Разгорается тяжело, да? Она вообще еле горит. Скажет, вандалы, сука, C6 модель, самую популярную, сожгли. Она мало того, что не светит, она еще, сука, и не горит. Понимаете, какой бред вообще? Нихуя, я сожгу, да? Эту тварь. Давай сожжем. Ну что же, продолжается у нас тут костер пионерский. Друзья мои, горит у нас лампа C6. Надо траурную музыку будет какую-нибудь поставить. Она дымит, дымит. Ребята, смотрите, смотрите, она дымит. Фу, воняет еще, тварина, блин. Ты все хочешь спалить? Вообще все? Нет, в себе оставить. Да? Ты хочешь ей пользоваться? Конечно. Ну, вау, 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 вау. А, покойся с миром, C6. Фу, фу. Желаете ли вы что-нибудь сказать рядом с непосредственно актом? Нас заблокирует Гринпис. Ты думаешь? Мы же ее палим, мы спасаем людей, водителей от этого ужаса. Спасаем людей. На одну коробку стало меньше. Кто-то недопродаст. Кто-то, точнее, не купит и не будет слепить. Ты представляешь, надо какая больше, потеря. Я сейчас сделаю. Да? Давай, 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 давай. Вот она, друзья мои, вот она. Дымится, видите? Вот она, C6 тварина, из-за которой начались все проблемы. А на самом деле все прецеденты по судам и прочее, прочее, ребят, началось вот как раз из-за вот этой дичи. Потому что она слепила, была похожа на ксенон. Сотрудники госавтоинспекции. Она разгорается, Тёма, она сама разгорается, прикинь. А? Да. Она гореть начала, да, глянь, реально, кайф, кайф, кайф. О, вообще сжигание, кайф. Пиздец. А почему, ребят? Вот потому что из-за нее начались все проблемы. Она была похожа на ксенон, сотрудники госавтоинспекции начали людей останавливать, задавать вопросы, разводить всех по 12.5 часть 3. И зародилось вот такое мнение, что C6 и подобные E, они слепят, все диоды слепят, работают без СТГ. Мы на это очень сильно обиделись с Артемом и решили вот так вот замстить. Провода горят. Непосредственно C6. Провода горят. О, уже черный дым пошел, да-да-да. Да подожди, подожди, подожди. Кончилось. Все? Это был жидкий ключ. А. Сейчас со мной будут солидарны абсолютно все водители, которые прошли через C6 модель, которые это все, так скажем, ощутили на своей шкуре. Да? Кого-то лишили водительского удостоверения, кому-то это только предстоит, потому что он купил C6 модель. И, ребят, вот это плохо. Вот это плохо. И через это проходят многие водители, потому что это очень дешево, потому что это можно купить, заказать с Алика, и это прям вот ты поставишь, да. Но это вот так вот светит, ребят. Мы сегодня показали, как это светит.
И C6 прекрасно горит. Мы можем убедиться в этом, что замечательно. Вот она, пожалуйста, горит. Горит, дымит. Потрясающе, потрясающе. На самом деле эффект. Артем ее пытается дожечь, допалить, ребят. И с каждой лампой C6 я как бы не призываю, конечно, ни в коем случае, но мне кажется, мое личное мнение, что надо, да, вот поступать вот так. Давай этот хоровод, что ли, водить вокруг костра. Бубен нужен. Ну давай вот так. Горит C6, гори ясно, гори ясно, гори ясно. В принципе, ой, как здорово разгорелось. Ты посмотри, а. Как хорошо горит, а. Итак, друзья, пока догорает C6, я скажу, что это лучшее применение, если вы хотите сделать костер. Это не так уж легко, как казалось, потому что у них конченая коробка, но немножко бумаги, и это решает вопрос. Это да, да. Так что, ребята, жгите C6, не ставьте эту хуйню, это полная хуйня. Я не знаю, как ее ставят люди, я не знаю, как люди с этим ездят. Как-то так. И самое обидное, как я в комментариях в какой-то группе уже парень написал, что да, люди долбоебы ставят C6, а потом говорят, что LED говно. Все, причем все LED-лампы говно, ребят. Но вот. Если вы раз, блядь, поставили C6, поняли, что это говно, то второй раз не факт, что кто-то купит. Да? Потому что они поняли, что ну это же говно. Ну, светодиоды все говно. А вот их продают, ребята, и говорят, что это ребят, свет. Ребят, я привожу стандартный пример по поводу ламп, по поводу цены, кто говорит, дорого или дешево. Вы приходите в пятерочку, у всех есть пятерочка. Да. И там есть два вида колбасы. Красная цена за 50 рублей килограмм. Или дубки за 200 рублей килограмм. Но вы же не возьмете красную цену за 50 рублей килограмм, потому что, блядь... Некоторые возьмут. Но потом скажут, блин, нахера я это брал, да. Хорошо, другой пример. Хорошо догорает. Ну, не другой пример. Вы же для машины, вы же заботитесь о своей машине. Вы же хотите, чтобы все было хорошо. Вы же не ставите себе Каму. Вы же ставите Йокохаму, Бриджстоун и что-то еще. Так почему лампы должны страдать? Лампы не могут стоить дешево. Да? Не хороший может хорошая свет. LED-лампа стоить дешевле, чем галоген. Ну, физически этого невозможно. Это производство, это материалы, это уйма всего. Поэтому, кто бьется за ценник, пожалуйста, вот. Ах, догорает. Да? Уже. Да, догорает. Ну, а так, ребят. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, деленькайте Тёмкин колокольчик. И вот такого трешака будет гораздо, гораздо больше. Да-да. Мы заботимся о вас и думаем, что вам еще такого интересного-то подогнать. Всем ну, спасибо. Всем удачки, всем пока. Пока.